Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Эндрю Файв и в стиле ретро. Сегодня поиграем в Urban Soccer Freestyle или футбол без правил. Больный футбол, называть это по-своему. Давайте начнем. Футбол, игра специфическая, это тут нет нарушений правил и прочего. Мы пропускаем гол, игра динамичная. То, что подкат и удар на одну кнопку, это немножко напрягало. Ну, сейчас, наверное, да, я отвык от нее безумно. Чем игра цепляла? Ну, наверное, тем, что на тот момент, эх ты, на момент выхода игры, вот именно не футбола без правил, а Urban Soccer Freestyle, особые данные сейчас, если так разобраться на секундочку, на 2 летим, конкурентной борьбы на рынке футбольных симуляторов как не было, так и нет. Но неужели 2-1? Конкурентной борьбы как таковой не было, поэтому всякая новая футбольная игра, она так или иначе цепляла. Ну, пропускаем третий. Поэтому в игры подобного класса и хотелось, может, не всегда играть. Да что мы же делать? Мяч теряем. Тащит вроде. Ну, 1-4. Надо хотя бы в одной из последних игр уже победить наконец-то. Своего же отбирает. Да что ж ты будешь? Супер удар. Да что ж вы возле ворот? Сейчас был супер момент, но мы его не реализуем. Один гол. Да, это что, в конце игры нас просто разгромят. Ай, пролетай мимо мяча. Парадокс, что я в нее играл-то раньше совсем неплохо. Ну, как говорится, на все нужно время, а это было очень давно. Красавчики. Да что это было? Чувак зашел в ворота. Снова бьем не пойми куда. Вау, вот это сейчас будет гол после суперудара. А нет, нас пронесло.
если 6171, это уже без особой разницы. Да ё-моё, да что ж такие кривые вы. Да, 1.6. Да нет, чуваки, я не питаю надежды. 6-1. Да, сверский футбол все-таки получше играл. Там я хотя бы хоть что-то забивал. И тоже не забиваю. Да ну пасы это я. Счету. И снова эта хрень. А, нет. Да. Не хотел такого разрома сам себе. Да ё-моё, да что у нас за отверт? Нет, этого отверт больше не пробиваем. Мой вратарь в очередной раз 7-1. Что-то напоминает. Ну фигач. Ну хотя бы по ногам зарядил. Супер защита, супер вратарь. Да ё. Подходит конец матча. Соперник доминировал над нами. Мы забили таки один. Может сейчас еще один. Нет. Судя по всему, не получится. Наверное, кто смотрит эту игру и особенно любил ее, смотрит мои мучения, скажет: чувак, зачем вообще было записывать? Ну тут скорее просто показать эту игру, ничего больше. Вот такой получился сегодня матч. Меня просто порвали. Не судите строго. Спасибо всем.
На сегодня это все. С вами был Андрю Файв. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, ставьте лайки. Пока-пока.